смотрим в пол, эти ступенечки, маленькие руки по себе, это вообще не смотрится, вас не видно. Если вы руки выстрелили, все, вас уже заметили, мы привлекаем внимание таким образом, занимаем пространство. Ну и это вот из дикой природы идет, да, что чем ты больше, тем ты опаснее, прикольнее, волнина, там хвосты, вот это вот все. А второе, это мы используем наши руки для баланса. Когда они прижаты, нам балансировать сложнее. Когда руки в стороны, это как у канатоходца палка, так здесь нам руки помогают держать баланс. Следующее, это для безопасности, банально, когда руки в сторону, я могу не смотреть вправо, но если рукой там пара какая-то приближается, я ее нащупаю и пойму, там кто-то есть. Из-за этого я могу больше времени уделять партнерше, смотреть на нее и меньше на танцпол. Также, если какая-то пара летит на нас, я своей рукой как бы вставляю вот такой блок между партнершей, и пара врежется не в партнершу, а в мою руку. Девочки чувствуют себя из-за этого безопаснее, они расслабляются и танцевать прикольнее. Так, и следующий момент. Я использую руки для ведения. То есть я таким образом задаю направление, куда мы будем дальше двигаться. Если, например, рука вправо, то понятно, что движение будет вправо, а не поперек. Потому что если я как такой вратарь, что не пройдешь, зато вдоль линии, пожалуйста. Если я здесь развернулся, да, мы на латерале делали, мы девочку повернули, то есть был поворот, я выставил руку, она понимает движение туда, потому что я не даю ей пройти больше никуда. Мы повернулись. Затем, если я развернулся, я надо понимать, что движение будет вперед, на латерал. То есть мы можем использовать это для ведения. И на самом деле мы это очень активно используем, свое тело и язык тела. Следующий момент мы используем это для эстетики и для рубендрёжа, чтобы показать, что мы такие умные, и нам хватает мозга и оперативной памяти двигать наши свободные конечности, что она не болтается партнёрой, а мы такие, я могу, я крутой, могу держать здесь, могу здесь, я могу что-то делать. Типа, я соображаю. В этом тоже цель. Затем я говорил, что мы избегаем позиции рука за спиной, потому что это опять же нас визуально уменьшает. Кто-то так делает, чтобы о руке не думать. Он такой знает, рука болтается плохо, дену ее за спину и не буду париться. Нет, как я объяснял, это идет из фехтования, и там руку убирают, чтобы ее тебе не отрезали. На танцах нам это не грозит, поэтому наоборот нам нужно как-то сапогать все оружие. Потом следующие моменты. Мы не разворачиваем наши руки кистями наверх, у нас всегда идут ладошки вниз. Потом я объяснял про гравитацию, у нас всех по полу, и движение выглядит круто, если оно естественное. Поэтому мы создаем естественные изгибы, у нас локоть под силой гравитации чуть-чуть опускается вниз. Из-за этого наши запястья приобретают не совсем ровную линию, потому что здесь это выглядит напряженно. Здесь у нас появляется такой небольшой излом, естественный. И пальцы тоже, когда гравитация тянет вниз, мы руки расслабили, и получилась эта красивая позиция, как на картине. Мы не разворачиваем кисть вперед, потому что нам важно показать именно вот эту линию. Она у нас красивая. Если здесь, то мы показываем тыльную сторону руки, и это уже не очень. То есть именно сбоку. Потом мы учились наши руки вытаскивать. Самый первый способ, когда мы берем руку, поднимаем наверх, выводим ее в сторону. При этом мы не прижимаем руку к себе, потому что тогда объем съедается. Я как говорил, мы занимаем больше пространства. Здесь у нас ежики, мы их проветриваем. Ничего к себе никогда не прижимаем. Между пальцами у нас воздух. Здесь у нас воздух. И когда мы делаем движение, у нас также остается воздух здесь. Разворачиваем руку наверх, у нас воздух здесь, в этой части. То есть я не прижимаю руку к себе. Я создаю объем здесь, здесь. Дальше мы включили лампочку, разворачивали наши запястья в сторону, куда рука будет опускаться. И затем руку просто опускали в сторону. Наше движение, оно было от нашего плеча, то есть я плечом загребал свою руку наверх, разворачивал и плечом также в одну сторону. То есть если я больше внимания уделяю своему запястью, это уже жеманство, это смотрится не очень хорошо. Поэтому не кистью делаем движение, а от нашей бицухи сюда и в сторону. Это можно делать полностью весь путь. То есть вы можете просто показать, что я развернул, и вы видите сторону. То есть движение может быть вообще очень маленькое. Но это уже, посмотрится, круто. И последний момент, не последний, просто важный момент. Если мы решили быть стильными, мы стильные до конца. То есть мы не отставляем руку и забываем про нее, а контролируем наше запястье, чтобы полностью от кончиков пальцев до нашего плеча у нас была прямая красивая линия. Затем у нас были способы доставать руку попроще.
мы доставали ее снизу вверх, у меня сначала идет локоть, но при этом я не оставляю руку здесь, потому что получается слишком много вот этих заломов, здесь это опять смотрится немного женственно. Потом здесь я раздвигаю локти в сторону, как будто кого-то пихаю, толкаю, и затем просто от локтя вывожу свою руку дальше в сторону. И самый простой вариант, я поднимаю руку в своей грудной клетке, вывожу руку в сторону. Сейчас, 2 минуты, можно? Поднимаю руку сюда, вывожу в сторону. И фигуры, на которых можем использовать, это раскрытие, бонус, алса, поворот, любая фигура, где у нас рука свободна. Все, если заметили, рука болтается, сразу подняли, все, держим. Три позиции. У нас есть позиция рука наверх, рука в сторону и рука вниз. Чаще всего у вас рука будет просто снизу, тогда вы ее к себе не прижимаете, а чуть-чуть в сторону подставляете. Одна рука веду, а вторая она у меня не прижата, она здесь. В принципе, это все. Спасибо за занятие. Пожалуйста.